главный тренер команды Хусейн Абди. И в матче этой группы, который пройдет чуть позднее, в 7:30 как раз встречаются Лаос и Кыргызстан. Вход в штрафную площадь, можно и пробить с левой ножки. Нет, неудобно вот сейчас. А поставил ногу там защитник Гонконга. Ближе к штрафной соперника, можно и пробить. Хороший пас, удар, будет гол. Есть, есть, гол. Сборная Ирана повела в счете. 17 номер Реза Ганди Пур. Играет 13 номер с мячом, приближается к воротам. Может ведь и пробить. Под удар, гол. После рикошета еще один мяч залетает в ворота сборной Гонконга. 17 номер. Подача. Удар. Промахивается. Один, второй, третий. Все промахнулись. Все игроки сборной Ирана. Четверо промахнулись по этому мячу. Лаос, Гонконг вырос счетом 5-0. Ой, какая хорошая атака получилась. И удары выше ворот. Иран в атаке. Штрафной площади. Один совершенный. Седьмой номер. Можно пробить гол. Конечно же. Конечно. Там делать уже нечего было. Ой, как хорошо. Сходу можно пробить. Голкипер на месте. Подача. Голкипер выходит из ворот. Забирает сейчас Арша Шакури. Дать бы ему передохнуть своим защитникам. Но сборная Ирана вновь идет вперед. Удар. Рядом со штангой проходит мяч. Вариантов для продолжения атаки. Но я же говорю, уже куражится. Мяч. Ой, какой отскок сейчас. Ой, какой удар хороший. Хороший удар получился. Ну и еще один. И еще один мяч залетает в ворота. Красиво. Все было сделано на хорошем, высоком уровне. Хорошая передача. Мяч через голкипера перелетает. Вот сейчас вход в штрафную. Передача. Удар. Гол. Еще один мяч залетает в ворота сборной Гонконга. Десяточка. Десятый номер Ирана Касра Тахири. А теперь действует четверочка. Передача в штрафную. Удар. Ближний угол метился. 15 номер. Махамад Аскари. Ой, хорошая какая передача. Один на один выход. Замешкался 10 номер. Замешкался под удар. Конга. Еще одна подача. Ой, как хорошо. Перевод налево. И вновь там 15 номер один подает. Ой, как же здесь мяч не пошел. А вот здесь надо забивать. Ну, теперь-то гол. Шестой гол в воротах сборной Гонконга. И продолжает атаковать Иран. Передержал, как мне кажется, мяч. Удар. Вратарь справляется с ним, но мяч залетает в ворота. После того, как опустился на ногу Конгу. Удар. Гол. Гол забивает Гонконг. 7-1. Но вот так и надо было. Давайте посмотрим еще за этим эпизодом. Пропускает мяч. А здесь сходу пробивает. И ровно в угол положил там. 9-й номер. Сборная Гонконг. Иран идет в штрафную площадь, входит, падает, встает, но остается с мячом. Удар, гол. 1, все зарешал. 10 номер. Касра Тахири. 8-1. Гол for Islamic Republic of Iran by player number 10. Касра Тахири. Ой, какой удар. Еще. Мимо. Пошел мяч, но угловой будет там. 15-й. Идет дальше. Сам обыгрывает. И передача. А пробить не дали. Ленточки мяч поймал. Иранец идет вперед. Успеет ли обижать? Да, успел. И передача.
Еще удар. Еще мимо ворот. Чудом гол не случился здесь. А вот скидка направо хороша была сейчас. Еще правее. Исхода можно пробить. И подработав можно пробить. Набирает скорость там футболисты. Рано. Передача. И сам идет вперед. И пробить. А под удар там лег защитник Гонконга. Разыграли. Сам пробьет. Так и есть. И гол. Гол забивает. Пятый номер. Нет, 15-й-то. Мухаммад Аскари сам, да. Разыграл. И сам ударил. В дальний угол. Держится за Иран. С мячом. Ой, как пропускает там мяч. Защитник. Еще один мяч может влететь в ворота. Но нет, пожалел соперника сейчас. 15 номер. Мухаммад Аскари. Соперника Иран. Прострел такой низом. Еще может забить. Да, гол. И 10-й гол влетает в ворота Гонконга. Семерочка. Исмаэль Гализаде Самани. Самиян. Делает счет. 10-1. Goal for Islamic Republic of Iran by player number 7, Исмаил Гулзаде Самиян. Конечно же, в этом отношении Иран молодцы. И еще один гол. Еще один гол. 11-1. Головой забивает Реза Гандипур. Какой по счету это мяч у него? Я уже и запутался, дорогие друзья. Четвертый гол или пятый уже. Ну, четвертый точно. Четвертый это уж точно. Не позволил это сделать. Ну и сами игроки Гонконга в передачах очень много ошибались на протяжении всего матча. Да. И заслуженная победа сборной Ирана. Наконец-то вот прозвучал свисток. Финальный. Со счетом 1-1 Иран побеждает Гонконг. И вполне уже официально оформляет свой выход так, такой красивой победой в финальную часть Кубка Азии. Ну, на этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья.